Всем привет! 2019 год порадовал новыми пленочными камерами. А это значит, что возможно на рынке появятся более профессиональные варианты. Летом 2019 года компания Яшика выпускает многоразовую пленочную камеру MF1. И для большей привлекательности раскрашивает линейку в разный цвет. Приблизительно в это же время компания Cinepromis, которая лицензирует название Kodak, выпускает свою камеру Kodak M35. Для повышения продаж используется только три цвета. В конце 2019 года компания Ilford, которая специализируется на производстве фотопленок, фотохимии и фотобумаги, выпускает на рынок фотоаппарат Harman. Отличным решением было сделать мини-набор в одной упаковке, ведь с камерой идет две катушки ЧБ-пленки Kentmer Pen 400. Отличный подарок для начинающего пленочного фотографа, который только хочет попробовать аналоговую фотографию. Глядя на упаковку, мы понимаем, с какой камерой мы будем работать, какая пленка внутри, а на обратной стороне мы видим небольшую инструкцию. Для начинающего пленочного фотографа есть полная инструкция, как зарядить пленку, как фотографировать, как перематывать пленку. В общем, все, что необходимо для новичка. Давайте посмотрим, как это все упаковано и как выглядит камера. Компания Ilford вовнутрь положила небольшой стикер с рекламой своей химии, и если мы будем сдавать пленку им через сайт, то получим 10% скидку. Как проявлять ЧБ-пленку мы знаем, так что нам стикер в принципе не понадобится. Вот такая камера. Очень хорошо, что она упакована в полиэтилен, потому что при транспортировке может попасть вовнутрь влага и камере будет нехорошо. Также у нас в наборе две пленочки Pen, которые тоже очень интересно упакованы. Давайте посмотрим, как выглядит камера. Откроем нашу упаковку. В наборе идет небольшой шнурочек, так что вы точно будете очень модными и стильными. Отдельная благодарность компании за то, что они положили даже батарейку вовнутрь. Так что вы полностью готовы для того, чтобы фотографировать. Давайте посмотрим на камеру поближе. Этот кусок пластика весит всего лишь 100 грамм. Фокусное расстояние объектива 31 мм, диафрагма 10. Фотоаппарат работает всего лишь на одной выдержке в 1/120 секунды. Чтобы включить нашу вспышку, мы передвигаем наш бегунок. Вверху загорается диод, который говорит о том, что вспышка готова. Перезарядка вспышки в среднем 15 секунд. По внешнему виду камера мне напоминает одноразовый фотоаппарат, обзор на который я делал в начале января. Для тех, кто пропустил этот выпуск, я оставлю ссылочку внизу в описании под этим видео. Но если сравнивать этот фотоаппарат с одноразовым, огромный плюс этой камеры в том, что можно использовать любую пленку типа 135. За пару недель до обзора я потестил Harman с цветной пленкой Superia 400. На мой взгляд, очень достойный результат получился, несмотря на простоту самого фотоаппарата. Очень интересно, как проявит себя фотоаппарат с ЧБ-пленкой, которая идет в комплекте, и какие снимки получатся ночью. Ведь вспышка у нас есть. Мы вышли в парк, который расположен недалеко от нашего дома. Парк называется ТЮЗ, возле театра юных зрителей. Да, мы вышли не снимать видео, мы вышли прогуляться с диджеем. Официальная версия. Парень, который получается замечательно и как на ЧБ, так и на цвете, это мой пес диджей. Приступаем к нашей съемочке. Единственное, что нам надо сделать, это просто взвести наш фотоаппарат. Посмотрим, как справится фотоаппарат с динамикой. Пофоткаем в движении диджея Ильса. Мы погрызли все палочки, которые могли найти. Сейчас сделаем несколько картинок на лавочке. Сделаем несколько кадров без вспышки и со вспышкой. Посмотрим, в чем же разница.
Давай, ты можешь фоткать. Да, раз, два, три. Интересная фотография получится. Перематывай. У Александра теперь появилась очень классная идея. Диджей должен где-то быть вот здесь, я должен быть вот тут, где-то вот здесь. Мы должны сделать эту идею, а вот Александр вот здесь. Вот. Где-то тут. Где-то тут. Мы сделали 24 кадра, посмотрим, как фотоаппарат справится вечером и как отработает вспышка. Бам! И вот так вот быстро потемнело, на улице идет дождь. Единственный минус этой камеры — перезарядка вспышки, потому что она составляет 15 секунд. Мы точно промокнем с тобой. Вспышка очень яркая, друзья. Не знаю, какой результат будет. Вы, конечно, его увидите, но я пока ничего не вижу. Вышли на проезжую часть. Никогда так не делайте, когда делаете фотографии. Но у нас есть маленькое движение. Света больше. Сейчас посмотрим, как справиться. Именно поэтому не ходите по дороге. Посмотрим, как Harman справится в минимальном освещении. У нас есть арка, в арке темно, только за ней есть свет. Добрый вечер. Здравствуйте. А что делаете? А тут темноту ищем. Вот такие картинки получились. Для того, чтобы смотать пленочку, вам надо нажать на кнопочку, которая расположена на дне фотоаппарата. После этого смотать пленку. Подписывайтесь на Лисан, вот ее инстаграм. Подписывайтесь на мой инстаграм, вот мой инстаграм, вот инстаграм. Фотографируйте чаще. И больше. Всем удачи и улыбок. А ну-ка. Профессионал. Улыбочку. Я снимаю.